В Твери продолжается ремонтная кампания в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Качество ремонтных работ проверяют специалисты Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности. Подробности в нашем сюжете. Накануне 1 сентября инспекционная комиссия побывала на одном из объектов Заволжского района Твери. В проезде от улицы Паши Савельева до средней школы номер 15 специальной машиной, керноотборником, здесь берутся пробы на двух участках дорожного покрытия. Затем замеряют толщину. По контракту она должна составлять не менее 5 сантиметров. 6,5. На данном объекте выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтово-бетонного покрытия, выполнен выравнивающий слой, уложен верхний слой покрытия. Качество работ оценивают и депутаты Тверской городской думы. Усиленный контроль особенно необходим на участках, которые находятся рядом с такими объектами, как детские сады и школы. Есть нарекания, поэтому сейчас департамент дорожного хозяйства решает с подрядчиками, как будут вот эти нарекания все убирать. Я надеюсь, что дорога будет долго служить. Ну, а вот это вот недостатки, конечно, мы будем контролировать, чтобы эти недостатки были убраны. Напомню, что всего в период с 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Верхней Волжи планируется отремонтировать более 265 километров дорог. В частности, за 2019-2021 годы были приведены в порядок 143 дороги областного центра общей протяженностью почти 160 километров.